Всем добрый день. Мы находимся с вами возле английской розы. Очень красивая роза, такая эффектная розочка. Вот прошли сейчас дожди и ночные заморозки. Конечно же, роза уже не распустится. Сегодня производим обрезку ее. Что же нам необходимо знать и что необходимо сделать? Роза, как видите, очень хорошо выглядит. У нее очень зеленая такая насыщенная листва. Цветет еще, куст дал неплохой прирост, несмотря на то, что розочка совсем еще небольшая. Какие правила обрезки существуют для английских роз? Ну, прежде всего, должны вы знать о том, что английскую розу мы обрезаем, ну, практически так же, как чайно-гибридную розу. Во-первых, мы срезаем все бутоны, все цветы, которые уже, в общем-то, не распустятся. Видите, какие они стали. Мы обрезаем листья с нижней части куста. Вот так вот обрезаем, подрезаем их, чтобы они не мешали. Если для северных районов потребуется укрытие. Свои розы, в общем-то, я не укрываю. Только присыпаю немножечко торфом вокруг куста. Далее что мы делаем? Посмотрите, образовавшиеся вот такие вот загущения на кусте, мы их тоже, конечно же, срезаем. Потому что там развилочка образовалась небольшая. То есть вырезаем все вот эти части, убираем лишнее, убираем бутоны, которые шиповник. Таким образом мы освобождаем куст и начинаем обрезку. Начинаю я обрезку с того, что отсчитываю тоже приблизительно 5 почек от нижней части куста и делаю косой срез под углом 45 градусов. Итак, вот одна почка, вторая, третья, четвертая. Как раз она смотрит на наружную часть куста. И мы ее обрежем. Образовавшийся пенек, конечно же, я обработаю, так же, как и остальных роз. И практически роза у нас уже будет готова. Я вам показала на одном побеге. Все остальные части, конечно же, будут тоже укорочены. Удалены листья, лишние обломавшиеся и тонкие побеги. То есть вот такие правила обрезки английской розы. При необходимости вы ее укрываете или же наоборот, только мульчируете почву вокруг куста. Если видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.